Всем привет, вот и новый ролик, как и просили, на Бена Утопленника, но перед началом ролика я попрошу подписаться, спасибо за внимание, ну а мы продолжаем. Полное имя: Бенджамин Лаумен, псевдонимы, титулы: Бен Утопленник, Бу, Бен, Бен, статуя элегии пустоты, происхождение, крипайпосты, национальность, американец, пол, мужской, возраст, погиб в 12 лет, раса, вид, призрак, род занятий, нет информации, сила, способности, умение контролировать техникой, цели, выбраться из виртуальной реальности, преступление, тип злодея, дух, Бен Утопленник, ангел, Бен Драунд, главный злодей истории в жанре крипайпосты, Haunted Major S, Mask и ее продолжение. Он не имеет точного происхождения, однако вскоре должны раскрыться его личные данные в экранизации от автора истории, злодеи Вики, Эдвард Измент, Бен Утопленник, Q6O5 в TIAP1A, JPG, полное имя, история. Бенджамин Лаумен был обычным подростком, мальчик сильно любил игры серии The Legend of Zelda, и незадолго до смерти, приобрел последнюю, на тот момент, игру, The Legend of Zelda, Majora's Mask. Бен вступил в некую секту Детей Луны, которые решили произвести обряд вознесения. В качестве жертвы они выбрали Бена, после чего они удалили ему все органы, с помощью черной магии перенесли его разум в картридж с новой игрой, а тело мальчика утопили. Новая сущность, Бен, попал вместе с картриджем в руки Алекса, который стал преследоваться духом на протяжении всей игры. Из-за того, что Алекс начал вести блог и записывал происходящее на видео, Бен смог попасть на просторы сети и захватил пару программ. Сам Бен говорил, что не хочет никому зла, но своими поступками он доказывал обратное. В конце первой главы истории, все оригинальные видеозаписи и картридж были уничтожены, но Бен остался на просторах сети. Факты. Существует множество теорий, кто утопил Бена, несмотря на уже существующий ответ. Самая популярная версия: Бена убили хулиганы по приказу соседа Бена, который издевался над ним, после чего кинули его труп с моста. Бен Утопленник – один из самых известных видеоигровых крипайпосты, такие как Red, Херобрин, Лавандовый городок, Sonic X. Всем спасибо за просмотр, всем пока.